Когда город нуждается в защитнике, приходит он. Человек-енот. Пам, па-бам, па-бам. Всем здорово, дорогие друзья! Да, мы сегодня делаем видео. Здорово, дружище! Сегодня у нас с вами не смейся челлендж. Да, я знаю, вы все по нему соскучились, потому что он у меня был недавно, и да, но сегодня оно будет необычным. Сегодня Don't Love Challenge будет самым нестандартным Don't Love Challenge из всех, которые вы когда-либо видели у меня на канале. Нет, ладно, в общем, это видашки, которые вы мне присылали. То есть я у себя в основной группе сделал сообщение о том, что «Ребзя, давайте покидайте мне забавных видашек, мы их посмотрим». И видашки прям посыпались на меня со всех сторон. Поэтому сегодня мы их посмотрим и определим, насколько это была хорошая идея. Или это самая худшая идея в моей жизни, и мне стоит пойти и съесть помидорку. Потому что я не люблю помидорки, это будет самое большое наказание для меня. Давай посмотрим первое. Окей, возможно, это неплохо. Возможно, не все видашки такие плохие. Как отпиздить снеговика? Ну-ка! Умница, умница! Отличная работа, да. Это вообще зашибись, да. Что это такое? Пора. Аниме. Там и не такое бывает. Откуда они взяли мою видашку? С крыльями Нанта Хоукен я могу пробить бетонные стены головой и открывать шампанское писькой. Достойное достижение, достойно, да. Когда на кухне готовят ножик. Кладем. Когда ты прям чувствуешь доминацию над едой, и тебе нужно над ней посмеяться. Да, это вот прям я, да, да. Правда, потом, если это кто-то съедает, опять же. Нет, это никто не съедает. Я обычно готовлю, и потом хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сжигаю это, сжигаю дом, взрываю город и ухожу. Когда город нуждается в защитнике, приходит он. Человек-енот. Надеюсь, это не проблема? Надеюсь, это не проблема. Когда тебе какой-то человек говорит что-то серьезное. Да, 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 да. Это по-твоему удар? Ты руль, окей? Покажи, давай. Это по-твоему удар? Ну как бы, да? Я видел этот вевес. После того, как он сказал по твоему удару, у меня резко в голове. Он сейчас его ударит канистрой! Это мое любимое видео. Минуточку. Он не может, он всегда так разговаривает. Особенно трудно продавцам в магазине, которые пытаются понять, что он хочет купить у них. Вот как говорит, мне кажется, колбасы, потом вот этот хлеб, потом, пожалуйста, майонез, еще добавьте к этому сметаночку дополнительно, еще потом добавьте к этому сдавочку. И все. И никто не понимает. Да... Ваши дети получают образование. Да пошел ты, не нужно, у меня даже детей нет, какое образование, у меня... Ой, все. Окей, я не могу не тыкнуть на эту видашку. Окей, возможно, меня забанят. Нет, меня, к счастью, не забанят. Ну да, неплохо. Мне понравилось. Ладушки, оладушки. Мокрые прокладушки. Что? Я... Придурочная! Я... Придурочная! Я... Придурочная! Студентка Васильева, почему вы не ответили на вопрос? Я... Придурочная! Это все еще не причина, чтобы неправильно программировать. Том и Джерри, хочу Том и Джерри. Я знаю это! Да, 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 да. Это шутка про чаепитие, да. Да. Что?
Вот примерно с таким же лицом я выкладываю видашку на YouTube. Помогите вашей сыне! И выпускаю видашку, я надеюсь, что она нормально зайдет. О, котеня! With that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Здорово, да, да, здорово. Моей Дашке не доставляет. Ладно. В таких моментах. Мне кажется, этот парень уже должен был бы понять, что работа волейболистом не для него. Пора с ней уволиться и пойти в дворники. А не этот пацан. Он, по-моему, просто не видит, у него слишком узкие глаза, чтобы увидеть. Ладно, шутки про китайцев, японцев. Забыли. Начало бегать, обкрутись! Смотри в окно, не попади! Ой! Наизусть помню. Привет, я шлюха. Так бывает, когда люди расстаются. Чувствую, меня за это захейтят в комментариях. Я ничего не сказал. Я никак не комментирую то, что вы сейчас видели. Сами делайте выводы, я ничего про это не говорю. Вы от меня ничего не услышите. Я предпочитаю избегать таких конфликтов. Как бы да, как бы это, что и такое. Господи, помилуй! Она всегда так кричит? Ух, ёпа! Видимо, этого парня постигла кара господня. Ох, ёп! Ну-ка, кисай. First episode is definitely the one with a piss out, Matt. What the fuck? For fuck's sake. Дима! Он ещё не знает! Он знал! Это было годно, KSI делает годнявые видашки, да, мне нравится. Если бы я так увидел, то я бы, наверное... А, сок тебя! Никто не смеет меня пугать. Хочется под кружиться. Такую музыку хочется кружиться. Пусть он сам прокомментирует. Простые правила. Простые правила. Мы не узнали. Смотри Color TV. Подключи. Смотри. Умри. Я думаю, что на одну видашку хватит. Ребят, напишите в комментариях, стоит ли продолжать смотреть ваши видаши. Потому что я не знаю. Мне как бы понравилось, но понравилось ли вам? Вот он реальный вопрос на сегодня. Что это за чупакабра? Когда началась каточка в Дотан. Ладно, простите, все, я сам в Дотан играю, так что не надо. Офигенно. Ладно, ребят, все. На этом все. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Если понравилось это видео, подписывайся на новые видео, оставляй свои комментарии и... Всем пока. И... Удачи!